На Святой Горе существует древняя традиция. Каждый год во второй день Светлой Пасхальной Седмицы проходит торжественный крестный ход с одной из главнейших святынь Афона – чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Достойно есть», которая хранится в Протате. Крестный ход заходит на представительство всех 20 обителей Святой Горы, и одна из остановок чудотворного образа происходит в монастыре Кутлумуш, где его, у святых врат обители, встречает игумен монастыря. Чтобы попасть во внутренний двор монастыря Кутлумуш, необходимо пройти через святые врата обители. В центре двора возвышается пятикупольный соборный храм в честь Преображения Господня. В часовне, примыкающей к левой стороне литейного притвора собора, находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Страшное предстательство». Она очень значима для монастыря. Στους πιο σημαντικούς πνευματικούς θησαυρούς της μονής μας. В числе самых значимых духовных сокровищ нашего монастыря значатся византийские чудотворные иконы Божией Матери. Здесь образ Богородицы «Страшное предстательство» – «Страстная». Она покровительница и фундамент нашей обители. Это икона из Константинополя и относится к началу XIV века. Она чудотворная. Характерная особенность иконы заключается в том, что Господь в объятиях Божией Матери оборачивает свой взор на ангела, который держит в руках символ страдания – крест, гвозди и копье.
Господь, испуганный обеими ручками, сжимает руку Божией Матери, которая с беспокойством его обнимает. Это отличительная особенность иконы. Как я уже говорил, эта икона чудотворная. О первом чуде повествуется в старинной хронике монастыря, и заключается оно в спасении обители от рук пиратов, пришедших сюда ограбить монастырь. Благодать Божией Матери укрыла монастырь и сделала его невидимым для пиратов. Отцы сразу это поняли, заперли монастырские врата и стали усердно молиться. Они слышали шум, издаваемый пиратами за пределами монастыря, и поняли, что им не удастся захватить обитель. В этот момент пираты случайно увидели проходившего мимо монаха и спросили его, где находится монастырь. Тот ответил, разве вы не видите его? Вот же он, здесь. Пираты подумали, что монах их обманывает, и повесили его перед вратами обители. Так монастырь был спасен от разорения пиратами. Это было первое чудо Пресвятой Богородицы, страшное предстательство. В наши дни чудеса, творимые ею, нескончаемы. В основном они выражаются в исцелении больных. Это и есть образ Божией Матери, страшное предстательство. Здесь же хранится еще один чудотворный образ Пресвятой Богородицы, милостивая, дар Феодоры, дочери императора Иоанна VI Кантакузина. Она чудесным образом уцелела после одного из пожаров в обители, о чем говорят оставшиеся следы от огня на святых ликах иконы. В главном храме монастыря находится еще один чудотворный образ Пресвятой Богородицы Иетриса, врачевательница. Сейчас мы находимся перед иконой Божией Матери, врачевательницы. Эта византийская чудотворная икона нашего святого монастыря относится к началу XIV века, примерно к 1300 году. Она находилась на одном из подворий монастыря на берегу Мраморного моря, близ Константинополя. Икона называется «Врачевательница», потому что исцеляла людей, живших в той местности. Люди не обращались к врачам, а приходили к иконе Божией Матери, находившейся в подворье монастыря. Они молились там и получали исцеление. Но в 1922 году это подворье было разрушено турками. Икона была утеряна, но впоследствии была чудесно обретена. Ее нашла молодая девушка и привезла в Грецию. Икона сначала попала в Афины, а потом, через некоторое время, она была привезена в нашу обитель, где до сих пор хранится и почитается братья и обители. Сам древний образ, который мы видим, находится в центре, а то, что ее окружает, это новая работа, украшенная отцами в мастерской монастыря. Это Божия Матерь-врачевательница, и чудеса ее продолжаются до сих пор. В стенах обители хранятся частицы мощей многих святых. Среди них часть десницы святителя Григория Богослова, часть правой ноги святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, часть главы святой великомученицы Параскевы, глава преподобного Алипия Столпника, часть главы святой Анастасии Узорешительницы Фармаколитрии. В северо-восточной части Афонского полуострова, на берегу живописной бухты,
находится монастырь Иверон. По преданию, именно здесь, в Климентовой бухте, высадилась Пресвятая Богородица с апостолом Иоанном Богословом, когда их корабль был принесен бурей к берегам Афона. Невдалеке от монастыря на морском берегу до наших дней сохранился чудотворный источник, забивший в тот момент, когда на Афонскую землю ступила Богородица. Девять столетий спустя к этому месту по морю чудесным образом явилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы Портоитисса Вратарница, ныне считающаяся одной из главных святынь не только Иверского монастыря, но и всего Афона. По преданию, святой Афон существует до тех пор, пока в этой земле хранится икона Вратарница. Если же она покинет Святую Гору, то монахи могут расходиться, куда будет на то Божья воля. Ныне этот чудотворный образ пребывает в небольшой часовне напротив главного храма обители. Каждый год во вторник Светлой Седмицы совершается торжественный крестный ход с Иверской иконой Пресвятой Богородицы по территории монастыря. В этот день в монастыре Верон съезжаются паломники со всего света, чтобы принять участие в этом крестном ходе. Ειρήνη πάση εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστιδεν της Ιεροσολύμης επί του προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινεν την κολυμβήθρα και ετάρατε το είδωρ, οούν πρώτος εμβάς, μετά την ταραχήν του ύδατος, η γη σε γένετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα. Τον δωρεόν αξίου σου ημάς πίσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσιν οι άματα της εν πίστη λαμβάνουσι, την ευλογίαν σου άχραντε. Love.
Чуть в стороне от основной дороги, ведущей от Иверского монастыря к Великой Лавре, у круто вздымающейся скалы находится источник святого Афанасия Афонского. Святой Афанасий считается основателем современного монашества на Святой Горе и духовным отцом всех афонских монахов. Однажды ему явилась Пресвятая Дева и велела, чтобы он ударил своим посохом о камень перед ними. И когда он это сделал, из камня этого стала струиться в изобилии живительная влага. На этом самом месте появился источник с очень вкусной водой, исцеляющий от многих болезней. С тех пор этот источник называют святой водой преподобного Афанасия Афонского, и все, кто проходит мимо, пьют из него и поражаются необычайному вкусу этой воды.